Вас приветствует команда проекта «Универсальная система учета». Мы занимаемся разработкой специализированного программного обеспечения. Вашему вниманию мы представим программу нового поколения для логистики и транспортно-экспедиторских компаний. Наша программа является универсальной. Она подойдет как для учета полного фрахта, так и для консолидации грузов. Заявки можно регистрировать как на автомобильные перевозки, так и авиа, железнодорожные и даже мультимодальные, когда груз часть пути идет на одном виде транспорта, а потом на другом. Наше программное обеспечение может успешно работать как в небольшой организации с простым ноутбуком, так и объединить в единую структуру целую сеть представительств, разбросанных по разным городам и странам. Причем для крупных транспортных компаний у нас даже есть отдельная конфигурация, которая позволит автоматизировать еще больше бизнес-процессов. По ней также снято видео. Посмотрите, пожалуйста, оба ролика и выберите, что вам больше подходит. Программа запускается с ярлыка на рабочем столе. Появляется окно входа в систему. Каждый пользователь работает под отдельным логином, который защищен паролем. Также у каждого сотрудника могут быть индивидуальные права доступа, чтобы он не видел лишнюю для него информацию. Мы зайдем под ролью Main, что с английского означает «основной», чтобы видеть весь функционал. Обратите внимание, что при первом запуске появляется окно для выбора внешнего вида программы. Вы сможете работать в понравившемся вам интерфейсе, чтобы получать еще больше удовольствия от работы в нашей программе. Предоставляется возможность сделать выбор из множества красивейших оформлений. А по центру главного окна можно будет разместить логотип вашей организации для создания единого корпоративного стиля. Итак, с чего начинается работа в программе? Обратите, пожалуйста, внимание на главное меню, которое расположено слева. Программа реализована максимально просто, поэтому меню состоит всего из трех пунктов – модули, справочники и отчеты. И для начала работы нужно просто заполнить справочники. Здесь будут ваши настройки. В папке «Деньги» вы укажете валюты, с которыми будете работать, и поддерживаемые способы оплаты. В папке «Клиенты» сможете настроить группы, на которые будете делить своих контрагентов, чтобы можно было сразу видеть обычных, проблемных или всех VIP-клиентов. В папке «Организация» перечислите свои филиалы и сотрудников. В папке «Рассылка» получите возможность настроить шаблоны различных уведомлений для своих клиентов или представителей. В программе «Универсальная система учета» использованы самые передовые технологии. Вы сможете оповещать о различных акциях, дислокации груза или новых направлениях, используя целых 4 вида современных рассылок – email, SMS, Viber и звонок голоса. Да-да, вы не ослышались. Наша программа сможет сама обзвонить нужных клиентов и голосом, представившись от имени вашей организации, сообщить любую важную информацию. Можно будет отправлять как массовые сообщения, так и уведомления определенным клиентам. Возвращаемся к настройкам. В папке «Расценки» вы сможете заполнить свои тарифы, а в папке «Хранение» при необходимости укажете места для хранения, чтобы можно было быстро находить требуемый груз. Вот и все настройки. Как вы сами видите, используя нашу программу, можно быстро перейти к основной повседневной работе. Основная работа производится в модуле «Заявки». Когда мы заходили в справочники, у нас сразу появлялись данные. А здесь сначала выходит поиск, потому что модули – это большие учетные блоки. Например, заявок с течением лет у вас накопится неимоверно много, чего мы вам, конечно, желаем. И именно при помощи поиска вы всегда сможете легко поднять из архива любую заявку. По филиалу, определенному сотруднику, этапу исполнения, уникальному номеру или дате регистрации. Можно будет также вывести всю историю заказов по нужному клиенту. Давайте сделаем поиск по дате. Мы увидим, что пока у нас еще нет записи. Чтобы добавить новую заявку,
нажимаем правой кнопкой мышки и выбираем команду «Добавить». Обратите внимание, что вы можете регистрировать не только заявки, которые уже пошли в работу, но и обычные обращения. Когда люди звонили, чтобы просто узнать стоимость доставки такого-то груза из одного населенного пункта в другой. Тогда у вас мало того, что будет возможность в специальном отчете смотреть свою конверсию, то есть какой процент обратившихся после сделал заказ, но и когда клиент созреет, вы просто допишите недостающую информацию и быстро отправите в работу ранее добавленную предварительную заявку. Давайте сейчас внесем заказ, который пойдет в работу. Для этого мы просто заполняем некоторые данные. Укажем, например, что это автоперевозка с консолидацией, доставка до двери и нужно будет сделать забор груза. Далее, клиента выбираем из единой базы. То есть, если он уже пользовался вашими услугами ранее, его не нужно будет носить второй раз. Вы просто быстро найдете его по первым буквам. А если регистрируется заявка от нового клиента, то и клиента легко добавляем по ходу дела уже известным нам способом. Правой кнопкой, командой «Добавить». При этом каждому клиенту можно указывать наименование, контактные данные, местонахождение и реквизиты. Дополнительно можно перечислить сотрудников с их контактными данными, зарегистрировать договор. Можете даже дать нам свой шаблон договора в формате Microsoft Word, и мы сделаем так, чтобы он заполнялся программой автоматически. Это будет значительно экономить время ваших сотрудников. Можно прикреплять скан копии любых документов, например, паспорта, если это заказчик, или учредительные документы, если добавляем перевозчика. Наша программа выполнена по принципу CRM – системы учета клиентов и взаимоотношений. Поэтому вы даже можете отмечать по каждому клиенту всю планируемую и выполненную работу. Это очень удобно и сотрудникам, чтобы ничего не забывать, и руководителю, чтобы все контролировать и спускать задания сверху. Не просто на словах, а по программе, чтобы лучше отслеживать сроки исполнения и невыполненную работу. И даже новым сотрудникам это будет очень удобно. Они смогут быстро войти в курс дела, так как по каждому клиенту все будет детально расписано. Теперь возвращаемся к тому, с чего начали. Мы быстро добавили нового клиента, чтобы подставить его в регистрируемую заявку на перевозку. Затем отмечаем, кто будет оплачивать и каким способом. Вид транспортного средства. Откуда и куда поедет груз. А дальше заполняется информация о наименовании груза, характере и его стоимости. Вот так быстро заполняется заявка. А если клиент возит грузы по одним и тем же направлениям, наша высокоинтеллектуальная система поможет вашему менеджеру заполнить заявку еще быстрее. Он будет не вбивать информацию, а просто выбирать из ранее вводимых значений. Обратите внимание, что наша программа нацелена на то, чтобы повысить не только производительность, но и оперативность вашего персонала. При добавлении новой заявки или в любые другие важные моменты могут всплывать уведомления у всех заинтересованных лиц, чтобы они могли незамедлительно реагировать на важное событие, например, как сейчас, на добавление новой заявки. Теперь, когда заказ сверху добавлен, работаем с вкладками снизу. В первую очередь перечисляем места, которые нужно перевести согласно данной заявке. В этот момент стоимость рассчитывается автоматически и подставляется в сам заказ. При необходимости можно отметить, за что дополнительно будет взиматься плата. Например, за сопровождение груза. Когда оплату мы получим, можно будет ее отметить на специальной вкладке «Оплата». Дополнительно можно указать транзитные города или станции перехода для железнодорожных перевозок. Точный учет и контроль наша программа обеспечивает не только по финансам, но и по всем документам. Вы можете отмечать, все ли документы были сформированы или получены. Скан копии или оригиналы документов вы получили. Все отсканированные копии можно даже прикреплять к заявке, чтобы у вас был порядок,
и по каждой заявке все находилось в одном месте. Более того, для обеспечения максимальной скорости работы вашего персонала, по каждой заявке необходимые документы будут сформированы программой УСУ автоматически. В первую очередь можно будет распечатать заявку на перевозку. Причем для разного вида заявок может формироваться уникальный бланк. Для автомобильной перевозки в заявке будут отображаться одни сведения, а для железнодорожной или авиаперевозки – совсем другие. Те заявки, которым необходим забор, автоматически попадут в список на забор груза. Когда груз доставят на склад отправления, для каждого места можно будет распечатать набор этикеток. А когда груз доставят на место назначения и его потребуется доставить, также в автоматическом режиме можно будет сформировать и список на доставку. Также различные документы могут заполняться и при консолидации груза. Это мы увидим далее. Теперь давайте посмотрим, как наша профессиональная программа поможет вам легко и быстро обрабатывать большое количество заявок. В первую очередь, вы уже увидели, что можно воспользоваться поиском, дабы отобразить именно нужные заявки. Например, те, которые находятся на складе отправления. Вторая возможность – это фильтрация. По найденным заявкам можно сделать так, чтобы остались только те, которые едут в одном направлении. Остается лишь выделить эти заявки, чтобы специальным действием быстро создать по ним перевозку. Перевозка создается автоматически, а в ее составе вы увидите те самые выбранные заявки. Обратите внимание, что у самих заявок при этом сразу поменялся статус и цвет. По ним теперь есть план погрузки. А далее можно заполнить по новой перевозке необходимую информацию. Указать перевозчика, транспортное средство, водителя и маршрут. Машина и водитель выбираются из справочника. Если вы работаете с постоянными перевозчиками или возите грузы своим транспортом, то значение быстро выбирается из внесенных ранее. План погрузки легко распечатывается на бумажном носителе с перечислением всех входящих в данную перевозку заявок и с расчетом общего веса и занимаемого объема. Здесь же можно вести и взаиморасчеты с перевозчиком, отмечать сумму к оплате и уже оплаченную по факту. Также, как и по каждой заявке, можете контролировать все документы по перевозке, прикреплять скан копии, отмечать наличие оригиналов. Если ваши менеджеры будут выполнять слежение и отмечать дислокацию груза, состав заявки будет автоматически вписываться в место расположения. А клиенты при этом, чьи заявки перевозятся, смогут даже получать SMS-уведомления о положении своего груза. По каждой перевозке можно видеть этап, когда машина была погружена, когда выехала, когда прибыла на место назначения и когда ее разгрузили. В это время меняется как цвет самой перевозки, так и цвет связанных с ней заявок. Если выполняется мультимодальная перевозка, можно одни и те же заявки по прибытию в промежуточный пункт перегрузить и быстро копированием в одно нажатие добавить в другую перевозку с другим маршрутом и перевозчиком. При этом расходы по обеим перевозкам будут учтены при расчете прибыльности каждой заявки. Далее мы как раз посмотрим, как выполняется учет финансовых средств с помощью специальной управленческой отчетности, которая делает нашу программу не просто учетной, а помогающей любому руководителю. Тщательно проанализировать свой бизнес в разных аспектах, найти слабые стороны, улучшить их и начать зарабатывать больше. Даже не имея специального образования, просто пользуясь нашей программой, вы легко сможете стать лучшим управленцем. А теперь давайте внимательно посмотрим на то, что вы сможете пристально анализировать. Первый и наиболее важный пункт – это финансовый анализ. Деньги нужно считать всем, и считать их нужно с разных сторон. Вы только посмотрите, как много финансовых отчетов мы разработали специально для руководителя. Отчеты не повторяются. Каждый из них – это профессиональный инструмент, который, возможно, откроет вам глаза на то, о чем ранее вы даже не задумывались. Сначала вы получите возможность смотреть прибыльность по каждой заявке с учетом всех доходов и расходов. Далее вы сможете определить самые прибыльные направления перевозок. Все должники будут располагаться в отдельном реестре. Насколько хорошо работает каждый ваш менеджер, продемонстрирует отчет по сотрудникам. Чтобы выявить самых перспективных клиентов,
Также можно воспользоваться специальным отчетом. Данная аналитика покажет и тех, кто оставляет больше заявок, и тех, на ком вы больше всего зарабатываете. Чтобы зарабатывать не только на постоянных корпоративных клиентах, но и на более мелких, активно работайте над пополнением своей клиентской базы. Обязательно ищите лучше всего работающие способы рекламы. Незаменимым помощником в вопросах маркетинга и рекламы станет вам одноименный отчет. Смотрите, откуда клиенты чаще о вас узнают, и не тратьте зря свои деньги. Чтобы понимать покупательскую способность на любой период времени, используйте отчет «Средний чек». Финансовую результативность своей работы в разрезе каждого дня можно будет увидеть в отчете «Динамика». Основной финансовый отчет – это остатки. Вы можете контролировать остатки своих денежных средств во всех кассах и банковских счетах. Если даже у вас есть сеть филиалов, в одном месте вы будете видеть все свои финансы. Но каждый филиал при этом сможет видеть только свою кассу. Кроме остатков, здесь показаны и общие обороты. Сколько всего денег пришло и сколько всего ушло. Как и во всех наших отчетах, информация может отображаться за любой период времени. Вы сможете смело анализировать определенный день, неделю, месяц и даже целый год. Кроме этого, все отчеты именные. Сверху будет показан логотип и реквизиты вашей компании. Обратите внимание, что вы можете учитывать не только доходы, но и расходы. Причем каждый расход будет проводиться по определенной финансовой статье. А отдельный отчет поможет вам проанализировать, на что именно тратятся ваши деньги. Анализ по расходам можно даже смотреть в разрезе каждого месяца, чтобы воспользоваться возможностью увидеть тенденцию. Либо все ровно и спокойно, либо расходы начали сильно расти. Вы сразу сможете такое увидеть и пресечь, если на рост расходов нет объективных причин. Заметьте, что кроме табличной части, мы везде используем наглядные графики и диаграммы, чтобы вы, просто бросив беглый взгляд, сразу понимали ситуацию. Например, здесь зеленой линией обозначен доход в разрезе каждого месяца, а красной линией – расход. Все предельно легко и удобно. Ну и, наконец, наша современная программа рассчитает вам прибыль за каждый месяц вашей нелегкой работы, которая с использованием нашей программы непременно станет легкой. Также под чутким контролем у вас будет и вся работа с клиентами. Ведь клиенты – это ваш источник финансовых средств. Чем тщательнее вы с ними работаете, тем больше можете зарабатывать. В первую очередь, по каждому клиенту можно отмечать всю выполненную и планируемую работу. Можно в программе давать задания любому своему сотруднику, а потом контролировать, что сделано и как быстро, то еще не выполнено. В какой день и с кем необходимо связаться. У какого сотрудника задания быстро выполняются, а кто копит свои дела, ничего не успевает. Задания можно отмечать по определенному клиенту, по конкретной заявке и даже по отдельно взятой перевозке. Список заданий представлен в виде ссылок, где при нажатии на нужную вы сразу перемещаетесь в требуемое место программы. Например, на того клиента, с которым необходимо связаться. Наша программа своевременно может вам напоминать о тех контрагентах, с кем заканчиваются договора. Причем как по клиентам, так и по перевозчикам. Количественные показатели по приему и выдаче можете смотреть в разрезе каждого своего сотрудника. Если вы отмечаете не только заявки, которые пойдут в работу, но и все обращения клиентов, тогда вам доступен будет отчет по конверсии. Он как раз и покажет, какой процент от всех обратившихся в итоге делает заказ. А почему именно клиенты отказываются, можно будет посмотреть в отдельном аналитическом отчете. Работайте над своими ошибками. Создавайте более подходящие условия для клиентов, чтобы повысить свои доходы. Немаловажным отчетом является анализ прироста клиентской базы. Чем больше клиентов у вас появляется, тем больше вы можете зарабатывать. Регистрируйте даже просто обратившихся. Если они не купят сейчас, при правильной работе с ними, они позже могут легко перейти в разряд действующих клиентов. Итоговой точкой оценки результативности работы с клиентами является отчет «Производительность».
Здесь можно посмотреть последовательно по всем этапам, где у вас именно плох. Первое. Насколько активно пополняется ваша база новыми клиентами? Если вяло, лучше работаем над рекламой. Второе. Сколько новых обращений регистрируется менеджерами? Если мало обращений, смотрим на текущую покупательскую способность. Это зависит от нее. Третье. Сколько напоминаний менеджеры сделали обратившимся? Если напоминаний мало, значит проблема в работе менеджера. Четвертое. Сколько заказов пошло в работу? Это уже то, с чего будет строиться ваш непосредственный доход. И пятое. Статистический показатель, который требуется уменьшать. Сколько обратившихся в итоге отказались сделать заказ? Такой анализ на языке CRM-системы называется воронка продаж. Кроме анализа производительности по всей организации, все эти же показатели вы сможете посмотреть и по каждому своему менеджеру, так как вполне возможно, что именно кто-то из сотрудников тянет всю фирму на дно. Наша программа для вашей транспортно-логистической организации обеспечит порядок и полный контроль. Контроль будет не только по заявкам, перевозкам, сотрудникам, клиентам, документам и финансовым средствам. Также наша программа исключает любые возможные махинации со стороны недобросовестных сотрудников. В систему включен аудит. Вы сможете контролировать каждое действие своих работников. Если они в программе что-то добавили, изменили или даже удалили, вы все это сможете отследить. Причем сами пользователи даже не будут подозревать, что система учета записывает каждое их действие. Такой контроль дается только для главной роли. Есть возможность даже поставить запрет на определенные действия. Запрет можно ставить всем или только определенной группе сотрудников. Более того, вы можете даже заказать связь с видеокамерами, если таковые установлены у вас. И тогда программа в титры видеопотока будет включать информацию о действиях пользователя в программе. Как это работает? Например, при просмотре видео будет видно, что на складе приняли такой-то груз. В это время титрами в этом же видео отображается, какую именно информацию при этом вносили в программу. Тем самым можно сразу выявлять несоответствие между увиденным и внесенным. И это еще не все, что можно добавить на заказ. Для самых продвинутых организаций, которые хотят быть на целую голову выше своих конкурентов, у нас есть еще и другие эксклюзивные предложения, которые будут прямо эпатировать ваших клиентов и позволят вам еще сильнее опередить в развитии всех своих конкурентов. Если у вас есть региональные представители, им на почту могут автоматически улетать ведомости тех грузов, которые к ним выехали. Это очень сильно разгрузит ваших сотрудников от бумажной работы или даже позволит уменьшить штат, тем самым сократив расходы на персонал. Если вы еще дополнительно оказываете услуги временного хранения, мы поможем в имеющуюся программу добавить функции для работы в режиме СВХ. Если у вас есть свой сайт, вы можете открыть онлайн-сервис для своих клиентов, чтобы они могли отслеживать статус своего заказа по уникальному номеру, делать заявки онлайн или даже смотреть всю историю своих заявок в личном кабинете. Если вы специализируетесь на консолидации грузов, можно приобрести отдельную программу для ТСД – терминала сбора данных. Это мобильное устройство поможет вам ускорить процесс погрузки и разгрузки, а также исключить неприятные для клиента случаи, когда часть груза по определенной заявке была погружена, а часть осталась на складе. Если вы хотите, чтобы клиенты более оперативно могли производить оплату, мы поможем вам сделать связь с платежными терминалами, например, с терминалами Kiwi. Также вы можете использовать с нашей помощью сервис оценки качества работы вашего персонала через отправленные клиентами SMS. Это так называемая обратная связь, посредством которой вы будете точно знать, какую оценку заслуживает ваша работа в глазах клиентов. Есть отличная функция для директора компании или любого ответственного сотрудника, когда при наличии у вас большого телевизора на него выводятся некие сводки. Вы сможете смотреть в режиме реального времени на большом экране, как меняются финансовые показатели, как работают ваши подразделения, запланированные и выполненные дела, план погрузок и даже ситуацию по каждому рейсу.
Эта функция настраивается на заказ, поэтому можете выбирать именно те показатели, которые будут вам наиболее интересны. Также связь мы можем настроить с телефонией. Например, звонить телефону менеджера. В этот момент, пока еще только идет звонок, может автоматически появляться личная карта звонящего клиента. Нереально эффектно будет выглядеть, когда вы, поднимая трубку, сможете сразу обратиться к клиенту по имени и сказать: «Здравствуйте, дорогой Иван Иванович». Клиент будет думать: «Ничего себе, я к ним звонил давным-давно, а меня помнят, я у них на особом счету». Потрясающий сервис! Такая функция увеличит преданность ваших клиентов, и ваши продажи вырастут еще больше. Но и это еще не все. Кроме имени клиента, во всплывающей при звонке карточке может отображаться и другая полезная информация. Когда клиент звонил последний раз? Какую именно перевозку он хотел осуществить? Есть ли у него сейчас открытая заявка? Где именно в данный момент находится груз по этой заявке? Есть ли у клиента задолженность по оплате? Проблемный это или VIP-клиент? И так далее. То есть ваш сотрудник, даже если там будет в момент звонка сидеть новенький или не особо квалифицированный менеджер, не будет тратить ни секунды на поиск информации. А это значит, что производительность у вашей организации будет максимальная. Быстрее просто некуда. Итак, если базовая комплектация нашей программы доступна всем организациям без исключения, то эксклюзивные функции уже по карману далеко не каждому. Поэтому они всегда будут оставаться эксклюзивными. Только те, кто инвестирует в свой бизнес больше других, тот и отдачи получит значительно больше своих конкурентов. Заметьте, наша программа премиум-класса – это полноценные инвестиции в ваше дело. А более подробную информацию вы можете узнать на нашем официальном сайте, либо связавшись с нами любым удобным вам способом. Звоните или пишите, узнайте, как мы можем автоматизировать вашу организацию. Универсальная система учета. Управляйте бизнесом правильно.